Юсеф Надархани, иранский протестантский пастор, приговоренный в 2010 году к смерти за отказ от ислама и переход в христианство, вновь отклонил предложенную ему возможность выйти из тюрьмы на свободу, вернувшись в ислам, передает правозащитная организация «Всемирная христианская солидарность». Исполнение смертного приговора христианину было отсрочено после того, как на власть Ирана было оказано международное давление. Тем не менее, Верховный суд Ирана постановил, если Юсеф Надархани откажется от христианства и возвратится в ислам, вынесенный ему смертный приговор будет отменен. Окончательное решение по делу отступника от ислама должен принять аятолла Али Хаменеи, к которому, как верховному исламскому лидеру Ирана, обратился суд.